Несмотря на похолодание, угроза возникновения природных пожаров остается. Честники подводят итоги пожароопасного сезона. Самыми подготовленными к степным пожарам оказались спасатели Улытауского района. По сведениям пресс-службы ДЧС, в этом году там произошло меньше всего возгораний сухостоя. Местные пожарные слаженно работают с добровольными формированиями. Всего в Улытауском районе в этом году произошло 5 природных пожаров. Территория этого района самая большая в области, однако наибольшее количество возгораний степных массивов в этом году случилось в Абайском, Бухаржирауском и Шетском районах. В общей сложности там произошло 57 природных пожаров. Положительные факторы предупреждения природных ЧС – это наличие современной техники, разъяснительная работа с населением и слаженность властей, спасателей и добровольных формирований. Для этого в сельских районах регулярно проводят учения. Эти учения проводятся уже в четвертый раз в этом году вместе с лесничьим хозяйством и с исполнительной властью. Такие учения направлены на предупреждение и профилактику природных пожаров. В этом году в Улытауском районе почти все время была высокая пожарная опасность, частые штормовые предупреждения, высокая температура и сильный ветер. Сейчас погодные условия уменьшают риск возгораний. Однако пожары еще возможны. Если летом спасали поля, теперь задача сельчан – сохранить собранный урожай и заготовленное сено.